Одинцовские активисты «Единой России» поприветствовали участников спортивного праздника «Пусть всегда буду я и вся моя семья» в Голицынской средней школе номер 2. В нескольких номинациях соревновались семьи образовательного учреждения, в том числе многодетные. Победителям вручили призы и подарки. Партийцы пожелали каждой из команд новых успехов и побед, а также хорошего настроения.